Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим верхний шлейф с фронтальной камерой и с датчиком приближения. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Для этого металлической пластины с нижней части отщелкиваем корпус. Отщелкнули. Открываем. Теперь необходимо снять металлическую пластину держателя шлейфов. Там установлен три винтика. Откручиваем первый винтик. Второй. И третий. Снимаем металлическую пластину. Отщелкиваем три шлейфа. Первый, второй и третий. Снимаем дисплейный модуль. Теперь необходимо открутить динамик. Откручиваем два винтика. Снимаем динамик. Теперь необходимо отклеить верхний шлейф. Аккуратно отклеиваем. Отклеили. Убираем неисправный шлейф в сторону. Новый шлейф устанавливаем. Направляющую камеру выставляем ровно, чтобы камера встала ровно. Устанавливаем шлейф. Устанавливаем слуховой динамик и прикручиваем на два винтика. Первый и второй. Прикрутили. Теперь устанавливаем дисплейный модуль в аппарат. Для этого подключаем три шлейфа. И устанавливаем металлическую пластину, которую нужно прикрутить на три винтика. Прикручиваем. Первый. Второй. И третий. Прикрутили. Теперь защелкаем дисплейный модуль. Защелкнули. И прикручиваем два нижних винтика. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.